Добрейшее всем космонавты, господа, с вами снова Рима, сегодня у нас очередное видео по No Man's Sky. Недавно появилось обновление Beyond или Beyond, короче, называйте как хотите, не знаю. И я удалил все свои сейфы специально, для того, чтобы начать с нуля, все с нуля и опробовать все это дело. Короче, добавили мультиплеер побольше, он был, сейчас до 34 либо 35 человек можно делать, там базы, шмазы, генераторы добавили, теперь базы нужно запитывать, я зашел. Старое сохранение, у меня там бас херва туча было, все без света, я не понял, я решил сделать с нуля, обнулиться. Ну что ж, режим выживания, начинаем, погнали, надеваем шлемы и скафандры. Всем вам приятного просмотра, No Man's Sky. Вперед. Ну что ж, как обычно, как всегда, мы начинаем не знаю где. Сейчас наша задача отремонтировать свой корабль и улететь. Мы появляемся в очень холодной планете. Минус 57 градусов по Цельсию. Хорошо, там же у нас еще какая-то. Генетический щит активирован. Да, это разработчики, которые смогли. Они в очередной раз удивляют нас разными обновами. Да, ребятюли. Чипульчипы, кстати, вот в эту пещеру можно залезть. И там будет как бы более-менее лучшая погода. Я имею в виду, мерзнуть мы сильно не будем. Ну давай, братан, быстрее. Мультитул. Все дела. Ну что ж, я сразу переключаю вид от первого лица, потому что я не привык играть от третьего лица. Если честно, вот так вот, хопа. Так, сканы, критическое повреждение, отремонтируйте, техническое, так, туда-сюда, обратно, всем приятно. Что нам надо сделать для сканера? Нужно ферильную пыль, или как ее там называется, да? Мы, конечно, сканировать сейчас ничего не сможем. Вот эту пыль нам надо делать. Опа. Хорошо. Сейчас, по-быстрому, ребятюли, все это дело переработаем, обработаем. Кстати, скорость лута, я имею в виду, обработки руды, либо добычи увеличили на всех мультитулах. Ой, ёптать. Очень плохо. Спускаемся вниз. Так, эта херня сейчас взорвется. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Назад-назад. Блин, меня сейчас убьет, походу. Режим выживания что-то прям жестко стал. Все. Здесь более-менее теплее стало. Кстати, мы здесь можем этот добывать. Кобальт, ребята. Кобальт сможем добывать. Невероятно. Ну, по идее, он нам пока не нужен. Ну ладно, пойдет. Сканировать ничего не сможем. Естественно. ПП-шечку мы, конечно, тут повредили. Так, натрий, натрий, натрий. Хорошо. Натрий нам нужен, чтобы мы свои щиты от токсинов, от холода перезаряжали. И я еще заметил, что здесь что-то новое. Когда ты добываешь часто один и тот же ресурс, у тебя появляются какие-то другие ресурсы, которые можно было добыть путем рейдов. Их за костюм. Вот они, кстати, ресурсы. Живода. Я не знаю, когда она появилась. Мы ее можем вот так вот, хоп, переработать в кобальт. Очень хорошо. Так, ферильную... Как ее называется? Ферритная, да? А, ферритная пыль. Не ферильная пыль, а ферритная. Так, луковица. Луковная тыква. В принципе, здесь пока что можем зависать, собирать все, что нужно и не нужно. Кислород, опасна флора. Хорошо. Да, и они усовершенствовали, наконец-то, карту галактики. Теперь стало намного информативнее все это дело. Натрий. Так, нам надо еще, знаете что? Вот это вот обработать. Углерод. У нас скоро закончится топливо. Блин, минус 56 градусов. Это жесть, конечно. Графику, конечно, они очень ухорошили. Прям хорошечную сделали. Так, качаем углерод. Вот здесь тоже еще очищенный углерод, походу, есть. Перегруз. Так, как его? Забыл. А, во. А, отлично. Прекрасно. Поэтому пока ждем
Star Citizen, ждем обновы в Elite Dangerous, которые хер его знает там, насколько они... Короче, там делать нечего пока что в элитке. Ну, конечно, есть что делать, я один раз сканирую там. Ну, а так вот, как бы хочется разнообразия в игре, где могли бы нам предложить живых существ. Кстати, мы можем приручать животных теперь. Их, типа, прикармливаешь, и как-то они приручаются. Вот я не знаю, на постоянно нет, неизвестно. Может быть, даже временно. Если временно, конечно, это не есть хорошо. Так, ферритную пыль. Вот в этих камушках они есть. Чипуль. Ее, правда, очень мало. Чипуль. Так. И здесь. Нам надо уже заходить вниз. Я не хочу тратить натрий на перезагрузку. 50% у нас. Надвигается, походу, буря. Я прям чувствую. То есть мы можем приручить животных и их оседлать. Ну и, конечно, где-то мы, наверное, базу построим с вами, ребята. Это очень важно. Кобальт. Кобальт, насколько я помню, нужен, чтобы делать модули, чтобы взлетать. Ну, нам до этого еще рано. Все. Итак, что нам надо использовать сканер, чтобы найти ресурсы? Выберите задание ремонт сканера и нажмите Escape. Задание ремонт сканера, нажмите Escape. Где-то здесь задание, да? П. П. Хорошо. Ремонт сканера. Все. Отлично. Соберите ферритную пыль. Продолжить. Мы уже, в принципе, можем отремонтировать этот сканер. Отлично. Превосходно. Сканер мы с вами отремонтировали. Теперь перезарядите натрий. Натрием система защиты от вредных факторов. Выполнить перезарядку в быстром меню. Ну вот, например, здесь вот. Чипуль, чипуль, чипуль. Хорошо. И мы зон такой хорошечный. Ладно, погнали дальше. Так, дальше что нам надо сделать? Так, обнаружен аварийный сигнал с автоматического туда, где наш. Вот он, кораблик наш. Что, ребят, добежим, наверное, да? Я думаю, добежим. Главное, чтобы во время нашего путешествия не было бури. Во время бури мы сразу просто помрем. Сходу. Так. Там натрий. Здесь у нас кислород. Кислород тоже, в принципе, нужен. Отлично. О, вот это вот тоже надо. Дигидроген. Кристаллы дигидрогена. Дегенерата, ёптать. Дигидроген. Хорошо. Последний. Вы знаете, есть даже какие-то старые баги. Например, когда луч у тебя появляется из... Когда ты его добываешь, у тебя лучка из между ног, кажется, идет. Так, ладно, погнали. Когда мы бежим, очень быстро у нас расходуется кислород. Кстати, после обновления я заметил, что большой, очень много кислорода расходуется. Эта шняга плюется, поэтому надо быть аккуратнее. Все-таки красивые здесь виды. А, поехали. Расстояние очень долгое. Как-то можно было прыгать. И это, ну, ладно. В принципе, так. Дигидроген. Прикольно. Планетка. Скоро я тебя буду... Я тебя скоро покину. Кстати, вот... Ой-ой-ой-ой-ой, как здесь хорошо все. Там как раз пещера находится. Вот он наш корабль. Сейчас вот эту шнягу заберу. Привет, дружище. Ты не агрессируешь, надеюсь? Скоро я вас всех буду сканировать. Сканер у нас... Визор у нас не работает. Собираем кислород. Кислород — нужная вещь. Так, нам надо погреться немного. Я не хочу пока что тратить все эти вещи. Так. Подключение к атласу. Неустойчивое. Взлетные ускорители отключены. Импульсный двигатель отключен.
Я нахожусь на неизвестной планете без снаряжения в полном одиночестве и в серьезной опасности. Я не могу вспомнить, какие обстоятельства привели меня сюда. Собственно, я вообще ничего не помню. По крайней мере, этот корабль, кажется, у меня узнает. Панель управления реагирует на мои прикосновения или на мой экзокостюм? Вопрос. Я еще не на том свете, и этот корабль – мой спасательный круг. Мой билет к звездам. Так, прочитай журнал, подключит экзокостюм. Журнал номер такой-то, такой-то. Нет доступа. Экзокостюм подключен. Предложение пилота: стоит регулярно выполнять ремонт. Выберите желаемый путь ремонт. Отремонтирует системы корабля. Протоколы. Запуск. Во, все, я получил доступ к кораблю. Теперь нам надо найти герметик и металлическую обшивку. Сейчас, ребят, перезарядку сделаем быстренько. Еще там вот эти шняги полутаем. Здесь ферритной пыли, ну, очень мало. Ну, давайте вид от третьего лица, я думаю. Многие бы хотели посмотреть наш корабль, как он выглядит. Вот так вот он, ребята, выглядит. До конца почему-то я не могу просмотреть его. Вот она, ферритная пыль здесь у нас. Так, аварийный маяк. Возможно, ошибка. Анализ из новой итерации. Система. Так. Транслировать. Получить сигнал. Обнаружить. Так. Аномалия. Чему получили, я так и не понял, если честно. А вот, рекомендация отремонтировать двигатель корабля. Это я знаю. Сейчас мы с вами отремонтируем эту шнягу. Минус 57 градусов. На нет натрия. Посмотрим, что тут у нас получилось. О! Дигидрогенный гель мы получили. Я бы хотел найти, знаете что? Это не это. Не это, ребята. Сейчас. Посмотрим. О, там. Там, если что-то есть. Что-то там есть. Нам надо вообще вот это вот скрафтить. Нет, подожди, не звездолет. Вот это вот. Металлообшивку, ребята, нам надо скрафтить. Сейчас мы подойдем поближе. Сначала посмотрим, вот здесь вот что у нас. Нет, ничего такого интересного нет. Кислород. Это нужная вещь. Есть следы остаются? Нет, следы до сих пор не остаются. Очень плохо. Итак, ремонтируем. Обшивка есть, а вот герметик, я не знаю, где его достать. Кажется, нам надо какую-то миссию сделать. Автодиагностика звездолета функционирует. Критическое повреждение звездолета, отсутствует важные составляющие. Невозможно синтезировать требуемые компоненты для работы импульсного двигателя. Требуется герметик. Попросить помощи. Рекомендация. При анализе интеграции, итерации, вернее, поблизости обнаружен герметик. Извлеките планетарную карту из ячейки аварийного маяка. Угу. Я теперь, кажется, начинаю вспоминать. Но мне кажется, было чуть-чуть по-другому. Так, вот. А, вот отсюда. Сейчас карту извлечем, ребят. А, еще раз можно извлечь. Забрать планетарную карту. Так, планетарная карта. Нажать Е, чтобы проложить маршрут. А, видите, чуть-чуть по-другому стало. Вон туда нам надо добежать, чтобы получить герметик. Это просто полная гребаная жесть. Угу, понятно. Ну что, включаем зарядку, вперед, ёпты. Систему жизнеобеспечения нам надо еще зарядить. Так, теперь вот этого шнягу. Поехали, погнали. Ой-ой-ой-ой, 900 У условных единиц. О, ребята, градус понижается. 59, потому что ночь, а ночью холоднее. Дигидроген сейчас еще добудем, по ходу дела. Минус 60 градусов, ровно. Жестяк просто.
Да, погнали. Так, вот натрий. Здесь у нас гидрогена очень много. Собираем, собираем. Блять. Хреново. Добежим, не добежим. Блять, мы не добежим, походу. Мы сейчас помрем, ребят. Не вовремя были. Ой, как не вовремя. Твою налево. Это плохо. Минус 60 градусов. Сейчас еще будет больше. Нам надо пещеру найти хотя бы какую-нибудь. Блин, 70 градусов. Пещера, пещера, пещера. Где пещера? Ну, сейчас, сейчас будем нон-стопом перезаряжаться. Твою мать, я еще еле-еле бегу. И пещеру прорыть мы себе не можем. У нас пока что модуля нет такого. Ой, как плохо. Кстати, мы можем забагаюзиться? Нет. Натрий. Я надеюсь, нам натрий хватит. Минус 100 градусов. Минус 100. Твою мать. Жесть просто. Нет, все-таки от третьего лица тоже так прикольно. Он еле бежит. Так, ну мы уже половину пути, даже больше, чем половину пути до этого. Дошли, я не знаю, там есть какое-нибудь здание. Так, эту шнягу осторожно. Жесть, нам конец. Нам конец, походу. Нам надо прятаться куда-то. Так, натрий там. Успеем, не успеем, ребят. Мы должны успеть, по идее. Главное не разбиться. Все, у нас нет зарядки. Мы помрем сейчас. Нет, мы не помрем. Мы, наверное, успеем. Давай, 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 беги, беги. Беги, братан, беги, беги. Все. Успели. Твою мать. Жесть просто. Ну, конечно, не вовремя. Так. Герметик. Герметик, герметик. Зашифрованные данные, навигационные данные мы получили. Так, архив. 6-7 журналов повреждены. Никто. Кизяк. Делаю запись на случай. Кизяк. Приходится покинуть. Кизяк. Внутри фабрикатора. Кизяк. Может пригодиться. Кизяк. Визор поврежден. Не могу найти корабль. Забрать припасы. Запись в журнале заканчивается. Машина ожидает и выдает припасы. Теперь у нас есть герметик для ремонта корабля. Я не знаю автора сообщения, который привел меня сюда. Возможно, в свое время он оказался в той же ситуации, что и я. Так, мы получаем герметик. Наконец-то. Ну что, нам надо теперь немного переждать все это дело. Я все-таки отключу, ребят. Вид от... Неудобно. Вот так вот от первого лица вообще удобнее. Что, у нас там закончился, да? Так, буря закончилась. Минус 60 градусов. Смотрим дальше. О, здесь можно что-то залутать. Углерод. Мы можем здесь присесть, отдохнуть. А, не, покрутить даже. А почему присесть мы не можем? Подожди, здесь мы можем присесть? Нельзя. Мы можем только крутить, все. Прикольно. Прикольно, прикольно. Ладно, где наш корабль? Корабль, ты где? О, ёптать. Корабль. А, используйте...
F. Нанотрубка герметик. Опа. Чё? Требует установки, я же его установил. А, соберите углерод. Ладно, соберем. Давай соберем углерод. Создать углеродные нанотрубки. А, понял, все хорошо. У нас, в принципе, есть углерод, достаточно. Давай сейчас нанотрубки создадим и запустим визор. Нанотрубки, технологии, груз, общие. Что-то я не понял, а где эта шняга? Так, завершите установку. Продолжил. Ладно, давайте пока что погреемся там. Внутри. А, во. Появилось. Все, мы визор установили, ребят. Наконец-то. Теперь смотрите, сканировать теперь надо вот так вот. F зажимаешь, и левую кнопку мыши так, опа. И все. Чипуль. Сканер прошел, отлично. Температура защиты активирована. Ну и за каждый сканируемый, конечно же, предмет, животное, либо там еще что-то, растение, мы, естественно, будем получать вкусняшки. Где наш корабль? Вот он. Ёптать, а это что такое? А, мы можем даже сюда поставить это, да? Точку сбора, короче, чтобы не забыть. Ой, прикольно. Ладно, поехали, у нас времени нет, ребят. У нас не... Ребятю не сберегнули. Времени нет. Надо ввалить кораблю. Наш пиздолет. Ой, наш звездолет. Звездолет, звездолет. Надо будет потом скин себе поменять. Другой поставить. О, у меня поздно шняга. Нет, уж давайте сначала добежим, потом. Где наш звездолет? Вот он. Кислород, я от него не откажусь. Римас, тебе не хватит времени, Римас. Блин, мы чуть не подохли, по сути. Если так посмотреть, да, мы реально чуть не подохли. Блин, 50%. Янтель очень даже плохо. Углерод, углерод. Перезарядка сканера, он очень долго происходит. Давай, 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 беги, 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 беги. Натрия нет. А, мы его прошли. Не, он далеко от нас. Дело в том, что мы сканер не перезарядим, ребят. Плохо. Очень плохо. А вот кристаллы натрия, но они у нас не добываются. Смотрите, животные здесь живут вообще. А наш нано-супер-пупер костюм, он не выдерживает холод. Не буду время тратить. По сути, чуть-чуть осталось. Наш звездолет. Нам пипец. Там яйца какие-то. Давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Кстати, ничего скрафтить не можем. Тем жизнеобеспечение. Нет, ничего скрафтить не можем. Ладно, поехали. Я думаю, мы успеем. Сейчас я умру. Вот он наш корабль. Давай, братан, давай, давай, ты сможешь. Сейчас я умру. И герметик нам не нужен будет.
Все. Успели, успели, успели. Ставим герметик. Чисто феррит 50 штук. Чисто феррит мы будем делать из простого феррита. Ждем перезарядку костюма. Все, погнали, погнали, погнали. Так, нам надо чистый феррит сделать. Да, я знаю, что нам надо переработчик сделать, но сначала чистый феррит. В принципе, можно здесь подобывать все, что надо, по идее. Так, ферритная пыль. По идее, лучше всего, конечно, все открывать. И животных сюда открывать. Вообще, нам надо купить модуль, который увеличили бы наш доход. О, здесь соль даже есть. Хорошо. Дигидроген. Кстати, дигидроген теперь сканировать не надо на разных планетах. Опасная флора. Все, просканировали. Неопознанный минерал. Все эти камни, минералы мы можем потом по-своему делать. Я имею в виду переименовывать. Че, пойдемте греться. Так, это мы уже отсканировали. Это нихера. Натрий нам нужен. Натрий нужная вещь. Ух ты, ёпты. Янтарь очень плохо. Все, сваливаем. В этих пещерах кобальт всегда, ребят. То есть, если что, кобальт в пещерах. Добавим феррит. Ну, диоксид у нас появился. Блин, а графонистая игра стала. Реально графон, ребята, изменился в лучшую сторону. Все. И еще чуть-чуть морозный кристалл. Это же может быть. Прекрасно. Углерод нам тоже нужен. Так, ну что, поехали крафтить. Сейчас погреемся. Можно, в принципе, здесь крафтить. Начать. Экзокостюм. А, подожди. Что нужно для этого? А, металлообшивка. Давай сделаем метаобшивку. Чипуль. Так, заправляем его. Ферритная пыль. Делаем чистый феррит. Все, пусть работает. Я пошел пока что делать грец. Делать грец. Нормально так, да? Кстати, мы можем свой корабль переименовать. Вот я помню... Кажется, можно было переименовать корабль или нет. Да, можно было здесь вот, хоп. Так. Рим. 0-1. 0-0-1. Все, мы его переименовали, ребята, в Рим 0-0-1. Мы можем свои открытия потом посмотреть. Это через П. Вот сюда. Вот мы эту планету типа открыли. Мы можем ее переименовать тоже. Загрузить. Ой, ёпты. Не то. Подожди. А. Ага. 0009. Римас 0009. Принять. Все. Так, фауну мы еще не открыли. Вот она планета. Вот ее луны. Я имею в виду спутники, если быть точнее. А вот этот как мы можем загрузить? А, вот загрузка. Переименовать и загрузить. А, это наша система. Римас 909. Во. Мы теперь звездную систему даже переименовали. Я говорю, здесь очень много контента. Так, сюда закидываем. Это выкидываем сюда. Превосходно. Чистый феррит. Дигидроген. Дигенерат. Все поставили. Отлично. Корабль отремонтируем. Ну, перед тем, как улететь с этой планеты, давайте хоть одну фауну отсканируем. Надо теперь самому наживать. Так, одну фауну мы отсканировали. А, вернее, фауну. Флору, ёптать. Или фауну, я уже забыл. Флора и фауна. Открытие произошло. Альфа. Ёптать. Возраст зрелый. Диета там и вот бонусы. Не пини, почё, блядь. Ну, вроде бы все. Вроде бы все, господа. Можем улетать. Все, поехали.
пока планетка. Во, там медь есть. Видели, да? Все, улетаем с планеты. Римас 0909 система. Евклидова галактика. О, у нас даже еще и ракеты есть. Прикольно. Нам надо подобывать тритий, чтобы... Тритий — это как топливо наше, короче. О, здесь даже золото добывается. Перегрев, я в вкусе. Золото. Прикольно, с этих астероидов золото падает. Очень даже классно. Ну, нам тритий сейчас надо, ребята. Сейчас еще, наверное, пираты подойдут, как обычно. Вот, тритий есть. Тритий, шмитти, короче, все эти шняги. Нужная вещь. Разрабы, которые смогли. Все-таки молодцы разрабы. Мне сильно нравится эта игра в последнее время. Так вот, могли бы сейчас сделать, чтобы мы ходили по большим кораблям во время хождения по кораблям, чтобы эти корабли, как вот, ну, управлялись и летали. И ты такой ходишь, смотришь в иллюминатор, чего ты пролетаешь, все такое. Это было бы просто неимоверно красиво и очень хорошо. NPC, чтобы управлял твой корабль, как в X3 Foundation, да? В X4 Foundation. Так, ладно, смотрим, что у нас есть. Это та планета, с которой мы вылетели. У нас еще вот эта планета есть. Так, 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 так. Луна, дожди. Нифига себе, зеленый лук. Здесь в основном одни дожди. Я думаю, на радиоактивные дожди. Поехали. Нам надо теперь вот это дело заправлять, да? Кто-то до нас докопался. Ладно, садимся. Я, кстати, температуры планеты не увидел. Это, походу, сейчас нас пираты хотели перехватить, но мы уже прилетели. Нам, по идее, надо будет потом аккуратненько, хорошечно. Ой, ёптать, 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 ёптать. Этот. Посмотреть, где мы можем построить базу. Такую постоянную базу, поставить телепорт. И что-то там отгружать, что-то делать и все такое. Сколько за бортом? Градусов. +25 градусов по Цельсию. Так, здесь у нас очень эти... Ух ты, ёптать. Пацаны, пацаны, вы чё? Чё, вы чё, пацаны? Спокойно, спокойно, спокойно. Ну и нахер, какие-то агрессивные животные. Раньше такого не было. Ты приземляешься, сразу на тебя падают. Кстати, здесь я быстрее передвигаюсь. Натрий. Очень, очень хорошая находка. Один натрий. Ничего не найдено. Спасибо, игра. Ты просто великолепная. Интересно, что тут у нас есть? Так, до нас кто-то докопался. Оп. Давайте я просканирую. Паучок. Китерек. Надо бы его убить, конечно. Так, все. Сваливаем, сваливаем, сваливаем. Роботы. Роботам не нравится. Мое лицо. Так, вы у нас не агрессивны хоть? Живности полно здесь. И здесь очень опасно, я вам скажу.
Нам надо взлетный модуль сделать. Птиц нет у нас? Нет. Мне эта планета не нравится. Здесь какие-то неприветливые чуваки. Нужно сваливать отсюда. Отседова. Так, дигидроген. И, насколько я помню, металлообшивку нам надо сделать. Ферритной пыли нет. Благо, здесь очень много ферритной пыли. Вот это тоже надо исследовать. У нас же чистый феррит есть. А нам надо ферритная пыль нужна. Блин, а интересно, можно улучшить сканер, чтобы он быстрее сканировал? Только раз, прожал, просканировал быстро. Не как раньше. Парафиний там, что? Так, дигидроген нам нужен для взлета. Он, по идее, везде должен быть. Во всех планетах в основном он и есть. Опа. Все, заряжаемся. Оп-оп-оп-оп, тихо. Так, здесь у нас чистый феррит. Короче, эти роботы, им не нравится, когда кто-то добывает из этих из планеты вот этого шняги. Не знаю, кто их нанял, но типа они защитники природы. Таких роботов в нашу землю, да, ребят? Да ладно, нифига себе тут всякого разного. Так, хорошо. Это в звездолет. Это сюда. Это в звездолет тоже. Это мы можем переработать. Давайте поставим эту шнягу. Так, заправляем его. У нас вот здесь вот ферритной пыли. Хер вот тут, по идее, должен быть. Сколько? 1 час 6 минут. Ни хера себе. Что так долго-то? Так, теперь нам надо экзокостюм. Нет-нет-нет. Так, металлообшивка нам нужна. Опять ферритная пыль нужна. По идее, мы еще одну металлообшивку можем сделать. Пипуль. А, дигидроген нам надо еще. Нормально. Где-то он здесь будет. Натрий здесь есть, кстати. Вот эта шняга нам не нужна. Вот дигидроген там сзади остался. Ребята, я пришел с миром. Мне не... Опять кто-то до меня докопался. Хищники пришли. Хищные подсады. Все, вот это добываем. Потом будем этих роботов убивать, ребята. Будут приходить подкрепления, будем еще больше убивать роботов. Во, как хорошо. Ёптать, 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 ёптать. Здесь, а я так вот залутать можем его, подойти к нему? Нет, он мертвый. Мясо с ноги называется. Это шняга. Сваливаем. Так, он по мне работает. Забираем шнягу свой. Ёптать, ёптать, ёптать. Экзокостюм у нас переполнен. Сваливаем. Блин, я что? Короче, нам надо как-то уничтожить или что? А вот, в экзокостюм. Прекрасно. Погнали. Поехали. Опа. Хорошая вещь. Все, свалили мы, ребята. Главное, чтобы они за нами не высылали истребителей.
Ух ты, тут какой-то разбитый корабль. Это что за фигня такая? Новая запись. Путеводители. Ну-ка посмотрим, что это за база такая. Мы, кстати, отсюда можем взлететь без каких-либо проблем. Кажется, что-то руины какие-то жесткие. Руины, руины, руины жесткие. Сейчас посмотрим. Кизяк, кизяк, извлечение журнала завершено. Прочитать журнал. День за днем, доставка в кизяк. Я надеюсь скоро попасть домой. Жить как кизяк не для меня. Обнаружено множество сигналов стражи. Срочно требуется кизяк. Выход из варпа. Знаете, сколько кизяк? Это я типа язык еще не понимаю их, короче. Будем учить еще языки. Стражи ушли, а не кизяк. Поблизости сигнал бедствия. Что-то мы сейчас походу получим. Так, найдите золотой самородок и в инвентаре тап, нажмите Е, чтобы провести анализ. Золотые самородки содержат большое количество золота. И что мы получили? Нормально. Короче, это походу огромный какой-то корабль потерпел крушение. Нам надо посмотреть, что тут можно вообще интересного налутать. Ух ты. Поврежденная панель. Ломается. Терминал грузового корабля. Знаете, я много играл в No Man's Sky, когда Next был. Но до этого я не доходил. Грузовая капсула. Так, сетевой интерфейс. Намагниченный феррит нам нужно. Ну, давайте поставим. Давай. Так. У нас, в принципе, есть чистый феррит. Сейчас мы из него сделаем намагниченный феррит. И сделаем интерфейс сетевой. Вроде бы как так. Так, 5 штук нам надо, по идее. А, пусть он производится пока что. Мы сделаем с вами сетевой интерфейс. А, по идее, он там же на месте можно делать уже. И что теперь? Ёптать! Тихо-тихо, уровень радиации стабилизировался. Жесть! Мы, походу, что-то радиоактивное открыли. А что мы получили, я так не понял. Натрий, золото. Я так... На, в журнале, посмотри, что мы получили. Диоксид. Ищи-то. Жесть. Нас радиация чуть не убила. Твою мать. Опа. Кто-то за нами следит. Посмотрим дальше, что за корабль вообще, интересно. Ну, сейф прикольный. Все, мы... Я так не понял, что мы, короче, здесь получили. Выбираем эту шнягу. Анимацию как-то некрасивую сделали этой шняги. Могли бы сделать, наверное, нормально. О, здесь еще одна шняга такая. Еще придется, походу. Сейчас нас опять, наверное, убьет. Сжатый углерод. Ну, давай посмотрим. Душняк поставим сюда. Ап. Углерод. Делаем сжатый углерод. Сколько там надо? У нас уже феррит есть. Ну, в принципе, немного нам надо. Сейчас нас опять убьет радиация. Ждем. Грузовая капсула. А, на ниты получаются. Ёптать. Фух. Нас чуть не убило. В принципе, на ниты здесь можно фармить.
И все, Вася. Без каких-либо, Вася, вообще проблем. Я так понимаю, все здесь ловить нехрен. Полетели дальше. Вообще нам надо апгрейдить свой корабль еще. И найти нормальный, Вася. Нормальный. Нормальную станцию. О. Только где эту станцию искать, я так и не понял. Кстати, галактическую карту сейчас посмотрим с вами. Вот она, ребята, карта галактическая. Теперь нам показывают, где мы находимся. Где-то в краю нашей планеты. Смотрите, сколько звездных систем. И все эти системы мы можем посетить. Так, выбрать мои координаты, задать точку маршрута. Какие-то красные планеты есть. Мы можем точку маршрута задать сюда. Это вы представьте, сколько придется нам идти. Так, центр галактики, я так понимаю, вот здесь вот, да? Вот мы в сторону центра галактики идем. Жесть. Ну, типа, вот эта светящаяся хрень. Это центр галактики. Галактическое ядро, да, мы к нему приближаемся. Можем сюда точку поставить. Так, отменить, выбрать мои координаты. Backspace. Фильтр, пункт назначения. Ну, типа, пункт назначения центра галактики у нас. Так, раса, экономика, конфликт, данные недоступны. Интересно. Задать точку маршрута. Так, мы находимся где? Мы находимся здесь. Это сколько нас, нам прыжков нам надо делать? Это охереть нам надо куда делать, ребят. Жесть. Представьте, вот это все. В любую систему мы можем прыгнуть, по идее. Но не сейчас. Первый прыжок мы с вами сделаем, наверное, в следующей серии. Сейчас я пока что полазю, посмотрю, пооткрываю планеты. Ну, в общем, играйте в хорошие игры, подписывайтесь от канала. Всем удачи, увидимся скоро. До скорых встреч. Во, там шняга какая-то. Кстати, вот еще одна шняга, смотрите. Оп. Мы кого-то типа можем вызвать, да, я так понимаю? Не-не-не-не-не-не. Братан, выйди. Как-то можно было Атлас вызывать. Но сейчас, походу, у меня это задание не включилось. Не включилось задание. Фу, дизлайк, отписка. Ну-ка, сейчас посмотрим. В общем, да, да, все. Я буду искать. О, входящее сообщение. Во-во-во, наконец-то, вот оно задание. Входящее сообщение. Источник такой-то, такой-то. Пожалуйста, назови себя. Я Кизяк. Представьтесь. Ты не Кизяк. В одиночестве. Следуй за Кизяк. Трансляция прервалась, так как неожиданно, как туда-сюда, координат планет. Давайте получим координаты планет, куда нам надо ехать. Это у нас включается уже несколько веток сюжетки. И нам теперь нам надо на ту планету лететь, чтобы понять, что это за Кизяк был. Туда. Ну, короче, нам туда нам надо. Нам обратно на Луну возвращаться. А, мы здесь не были. Нас здесь не было, ребята. Эловонная Луна. Здесь у нас медь, аммиак, кобальт. Вот как-то так. Ну, уже в следующей серии. Всем пока, до скорых встреч.